Регулярная уборка основных дорог и межквартальных территорий привела к другой проблеме. Повсеместно образовались огромные по высоте залежи убранного снега. В столице Чувашии они мешают обзору и создают преграды для автомобильного движения. Снег по весне становится серьезной проблемой. Сугробы в человеческий рост – порой непреодолимая преграда. Действительно, зима вышла очень снежная. Снега очень много. В принципе, по всем дворам, если посмотреть, увидите, уровень снега очень большой. Снежные завалы закрывают обзор пешеходам и водителям. Это нарушает безопасность движения и грозит авариями. Поэтому по весне в Чебоксарах стартует традиционная акция «Стоп сугроб». Жители сообщают в администрацию города адреса, где складирован убранный снег. Машины вывозят его по графику. Один из приемных пунктов расположен на проспекте тракторостроителей. Есть и еще одна причина, по которой необходимо избавляться от залежей во дворах. При плюсовой температуре снег быстро тает, и вода может попасть в подвалы домов или разлиться по дорогам. Вывозить снег будут всю неделю. Ольга Семенова, Николай Скворцов, Республика.